зовут Артыкбаев Бекетай, я из Кыргызстана. Уже 6-й год живу в Пекине. На данный момент работаю и учусь. Мой отец очень большой любитель. Он очень обожает сильно Китай. Он тут бывал уже больше 10 раз. Начал прививать эту любовь мне еще с детства. То есть я еще с детства, со школьных лет знал, что я буду учиться проводить свои студенческие годы именно в Пекине. На протяжении полутора год, я, наверное, полтора года был председателем. Я был и соучредителем, также председателем на протяжении полутора год объединения кыргызских студентов, которые находились в Пекине. Цель была помогать нашим студентам в Китае в обучении, в жизни, а также показывать кыргызскую культуру, рассказывать кыргызскую историю. Надо сказать, что я являюсь членом Scholar Network. Это молодежная платформа, которая объединяет лидеров с 18 стран, стран ШОС. То есть там большинство магистры, которые учатся на докторантуре в Китае. Вся молодежь с 18 стран делают общие проекты. Мы всегда были рядом. То есть наша поддержка как молодежи тоже была в секретариате. Секретариат помогает нам реализовывать все наши знания, получать, реализовывать наши идеи и умеет нас слушать. Не только слышать, но и слушать.